Лучше всего на сегодняшний происходящий вопрос ответил Расул Гамзатов в песне «Проклятие». «Мне все народы очень дороги, и трижды будет проклят тот, кто вздумает, кто попытается чернить какой-нибудь народ». Пытались убедить суд в том, что должное уведомление, согласно законодательству Российской Федерации, это когда Мингафарову вручили уведомление о том, что ему пришло какое-то письмо на почту, он должен был прийти и его забрать. Однако данное уведомление ему вручено не было, о чем свидетельствует отсутствие подписи в корешке от данного письма. И просили наше ходатайство о восстановлении сроков на обжалование, сроки восстановить. Но суд посчитал достаточным то, что уведомление на почту пришло. Получил человек его, не получил. На это почему-то суд не обратил внимания. Вот. И вот итогом данного рассмотрения стал отказ в нашем ходатайстве. И Гафурага лишился возможности, законной возможности обжаловать данное постановление в вышестоящей инстанции. Мы видим факты, которые происходят, и все эти судебные процессы, все говорит о том, что все больше и больше по отношению к нашему народу выделяется вот эта несправедливость. То есть глаза судебной системы, как и этой Фемиды, закрыты. Большое благодарность и Саусон за их титанический труд, это защитников, адвокатов, которые сегодня, жертвуя своим временем, жертвуя своим имуществом, защищают именно наш народ для того, чтобы наш народ остался в сплочении и не попал под несправедливую меч вот этой карательной системы. Мы указали на те грубые нарушения, которые допустил судья при рассмотрении дела предыдущей инстанции. Также указали на несостоятельность обвинения, по которым привлекали Эскендер-ага, и просили производство прекратить и постановление отменить. И альхамдулиллях, сегодня суд услышал нас. Не услышать о таких грубых, в принципе, нарушениях, наверное, было бы невозможно. И принял определение вернуть дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Однако, согласно времени для привлечения по данной статье, согласно КОАП, составляет 3 месяца. И поэтому мы считаем, что данное решение является такой хоть маленькой, но победой. И иншаллах, благодарим джемат, благодарим всех, кто поддерживал нас и поддерживал Эскендер-ага.